понять, какие задачи и какая, в общем-то, стратегическая линия на этот матч вырабатывалась тренерским штабом. Но мне кажется, в данном случае, вот в последнем розыгрыше, Шарапова должна пожалеть о том, что не использует слабинку Дементьева в этом плане. Не растерялась Маша. 15-40. Два матчбола у Шараповой. Еще один матчбол в активе Шараповой. Все закончилось. Закончилась победой Шараповой. 6-1, 6-2. Относительно легкая победа. Вскрытый Баранкова во втором сете. И последний розыгрыш, на мой взгляд, подтверждает те доводы, которые я по ходу всего матча говорил. Дементьева сама выигрывала, сама и проигрывала. И, на мой взгляд, тактика надежной игры Шараповой в этом матче дала ей успех. По-моему, очень рада. По-моему, несказанно рада такому обстоятельству. Ну, все-таки первая победа в сезоне этого года. Начнем с этого. В общей сложности для Шараповой это 11-я победа в ее профессиональной карьере. 11. Какие-то близкие друзья. Я, к сожалению, этих друзей не знаю. Все команда, наверное, спонсорская команда.